Всем привет! Я начинаю этот влог и так далее перед своим улетом в Турцию. На этот раз я улетаю, вообще надолго. Это прям мне, ну и как обычно, там я на месяц, на полтора улетаю, на год, если не больше. И поэтому я хочу вам показать все мои подготовки ко всему этому улету, как я провожу время с друзьями последние деньки, так сказать. Ну и сейчас один из тех моментов, когда я ходила и меняла винду своему ноутбуку, через который все монтирую. Именно поэтому так долго нету видосов, потому что у меня убогий, вирус попался. Я такая, да, круто. Я только что его забрала, теперь у меня новая винда. Получается, я не как-то начну, все монтировать и буду выкладывать. А пока что это все. В общем, сегодня следующий день, и он уже заканчивается. Но как бы я не теряю, так сказать, времени, гуляю, тусуюсь и так далее. Сейчас я уже иду домой, и на улице пипец, какой дождь. Это прям, вообще проблема. Все сырое, просто все сырое. Вот, и я, такая истинная модница, прям, вообще, в стиле. Как-то так прошел мой еще один день в России. Скоро меня тут не будет. Никогда. Ладно, не никогда. Еще у меня, капли капают на камеру. Блин, он опять испортится, будет вообще проблема. Сейчас я иду домой, покушаю, снова сяду за компьютер, буду снова искать Sony Vegas, потому что, блин, я все просрала, обожаю. В общем-то, да, сегодня уже 19 июня, и я разбираюсь со своим компьютером. То есть, чтобы вы понимали, у меня тут уже скачаны кое-какие программки. Google, iTunes, вот это все самое нужное. Да, самое нужное. Почти. Сейчас я тут занимаюсь обустройством своего главного экрана и уже начинаю скачивать Sony Vegas. Вчера я пробовала его скачать, в итоге у меня ничего не получилось. Такая, круто. Я потеряла ссылку на сайт, в котором у меня была инструкция по скачиванию и сама ссылка скачивания. И теперь я сижу тут и мучаюсь. Обожаю. Ой, ребят, сегодняшний день закончился, так и не начавшись. Сейчас я ставлю свою заявку и иду спать. Всем привет еще раз. Сегодня 21 июня, и совсем скоро я уже улетаю, осталось совсем чуть-чуть, почти чуть меньше 2 недель. Ну и, в общем-то, сейчас мы с Дашей тут рассиживаем. Даша, поздоровайся. Ты сейчас, пойдем гулять. На улице сегодня отличная погода для того, чтобы прогуляться. Но мы выходим на улицу только 6:30. Обожаю. Возможно, я уже рассказывала, но я решила обклеить свой чемодан, как в американских фильмах ходят в аэропорту, там, да что, да, я такая думаю, блин, я тоже так хочу. И, в общем-то, да, я обклеила весь свой чемодан. Осталось его собрать. День не заканчивается, как я и говорила, мы пошли гулять, и сейчас мы приехали в Спищи Лов. Будем гулять в Ашане и смотреть, что тут есть. Пока не знаю, что будет происходить, так что посмотрим. Я не понимаю, на моей ли волне. Спешила, только что, мы уже минут 30 ждем автобус, и его уже нету, очень давно. Мы решили пойти пешком, и там пересядем другой автобус, так что вот так. А сейчас мы идем, слушаем музыку и шикарно. Ребят, это чудо, я наконец-то установила Sony Vegas. Теперь я спокойно могу монтировать видосы, и самое первое видео будет про то, как я монтирую. Все связанное с началом ютубинга, и не знаю, как это, назвать, что-нибудь придумаю. Как назову, увидите это видео раньше того, как выйдет этот влог, так что все поймете. Господи Иисусе, вы только посмотрите на этого зайчика. О да, наконец-то. Я тут уже его открыла и сейчас буду монтировать ролик и кушать. Те, кто кушает, приятного аппетита, а я начинаю работать. В общем, сегодня следующий день, сегодня 22 число, и сегодня я должна была забирать аттестат. То есть вот моя школка. В общем, должна была я забирать этот аттестат, в итоге я его не забрала. И сказали, что он еще не подписан. Обожаю, сегодня было очень много планов, связанных с этим аттестатом, но все обломалось. Поэтому сейчас я иду домой и еду делать флюорографию, иначе все мои документы мне их просто не отдадут. Да, делаю все в последний момент. Июля, и сегодня ночью я буду улетать. То есть, получается, 3 числа. Сейчас я сижу дома и собираю вещи. То есть, вот сзади мой чемодан. Сумка, еще что-то и еще рюкзак, который я возьму с собой под ноги, так сказать. Проблема в том, что обычно, когда я улетаю, я беру с собой вот этот маленький чемоданчик, и мне, в принципе, хватает, потому что я его даже набираю не полностью. А тут у меня перебор, то есть можно брать 20 килограмм в багаж и 8 килограмм ручной кладью. В итоге багажом у меня 20 килограмм, ручную кладью тоже около 8,
И прикол в том, что у меня еще осталась обувь. И вот эта фигня, вся вот эта вот. Короче, я не знаю, что делать, и буду разбираться потом. Время 5 утра. Голос у меня, конечно, сонный, да ладно. Сейчас у меня уже вот 2 чемодана. Ну как, один огромный чемодан, который уже вот весь заполнен, чуть ли там не лопается. И такая вот сумка. То есть мой рюкзак. Ой, переезжать дело такое сложное. Сзади меня и это пипец, потому что у меня огромный чемодан, еще и сумка, которая с перевесом, я прям обожаю свою жизнь. В общем-то, сейчас я буду проходить всякие контроли, и теперь буду свой самолет. У меня еще и самолет принесли на другое время, то есть у меня был вылет в 7:55, в итоге я вылетаю в 8:20. Обожаю. Скоро будем летать, и будем лететь 4 часа, это прям вообще обожаю. Нам принесли покушать и попить. В общем-то, я взяла себе кофе. Нам дали сэндвич какой-то непонятный. И я смотрю кинчик, забыла, как называется, ну да ладно. Еще потом 4 часа на автобусе, это прям вообще вот так. А ты, сегодня мы пойдем, короче, смотреть на город, так сказать, свысока. Мы увидимся уже там. Ван в Симсе. Хм, странно все это. Короче, мы зачем-то пришли смотреть мебель. Не знаю почему, но мы гуляем. Решила посидеть. Мне еще не беру трубку, я не знаю, короче, где папа. Четко, в комнате. Знакомьтесь. И моя новая. Видно просто весь город, и он позади меня. Также, как я вижу, тут есть, короче, всякие кафешечки. Например, вот сзади меня одна, еще одна сзади меня. И вот там наверху еще были какие-то кафе, а там есть какие-то беседки. Сейчас мы пойдем куда-нибудь, где-нибудь сядем, и я заказала себе покушать. Покажу вам, что мне принесли. Лимонад и сэндвич. В общем, так к сэндвичу почему-то всегда или к бургеру добавляют картошку, не знаю зачем. Ну ладно, мне же лучше. Ну вот, я сейчас буду кушать. Кто кушает, приятного аппетита. Покажу, как это все красиво выглядит. Так что смотрите. Очень красиво.